Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС вновь на связи. В эфире «Минск чрезвычайный». В студии Виталий Дембовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года в столице на пожары ЧС спасатели совершили более 2900 выездов. На пожарах погибло уже 15 человек, 61 человек пострадал и 290 человек, к счастью, удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Горячим выдалось утро понедельника у столичных спасателей. На улице Бачила буквально как спичка вспыхнул автомобиль «Мерседес» 1998 года выпуска. О происшествии на 101 сообщили очевидцы. Огнеборцы немедленно приехали на место происшествия, и к этому времени стихия уже частично завладела машиной. Тем не менее, пожар оперативно потушили. Впоследствии стало известно, что возгорание произошло в моторном отсеке. В результате ЧП поврежден передний бампер. Сейчас специалисты выясняют, что же могло стать причиной возгорания. В среду поздно вечером ожоги 90% тела получила минчанка в результате курения. ЧП случилось на переулке Корженевского. 59-летняя хозяйка квартиры после дозы алкоголя решила поджечь сигарету. Вредная привычка стоила жизни женщины. Упавший пепел воспламенил одежду. Дама была госпитализирована в городскую больницу с ожогами тела первой и четвертой степеней на общей площади 90%. К сожалению, на следующий день от полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Минск чрезвычайный. В ночь со среды на четверг столичная улица Жудро также оказалась в сводке спасателей. Здесь загорелась квартира на первом этаже. 10 минут понадобилось бойцам МЧС, чтобы ликвидировать пламя. Оперативно прибывшие спасатели не дали огню распространиться по всей квартире. В результате возгорания закопчены стены в одной из комнат. При пожаре никто не пострадал. Предполагаемая причина появления огня – короткое замыкание электропроводки. Вечером в пятницу на Нововилинской улице, можно сказать, из-под лап у собаки в буквальном смысле ушла почва. Пес упал в канализационный колодец глубиной 3 метра. Спасателей вызвал хозяин овчарки, который ее выгуливал. С помощью специальных тросов собаку подняли на поверхность. Четвероногая пленница не пострадала, разве что сильно измазалась в грязи. В субботу в первой половине дня спасатели тушили склад с мебельной продукцией на улице Карвата. Предположительно, в результате короткого замыкания электропроводки загорелись деревянные элементы кровли склада на площади 10 квадратных метров. В результате огнем повреждена кровля, часть продукции, также закопчено здание изнутри. К счастью, пострадавших нет. Минск чрезвычайный. Вечером этого же дня подвыпивший охранник одной из столичных автостоянок, можно сказать, подмочил свою репутацию. Он упал в сточную канаву в Степянке и сам оттуда выбраться уже не смог. Хотя глубина канала всего 1 метр. Помочь бедолаге смогли только спасатели. Пострадавший вымок и замерз, но отделался легким испугом. До того, как оказаться в сточных водах, охранник отмечал годовщину Октябрьской революции. В воскресенье днем в жилом доме на улице Яна Чечета в одной из квартир, которая принадлежит 60-летней минчанке, произошел пожар. Из-за неправильной эксплуатации электросетей и электрооборудования в квартире на 7-м этаже загорелось имущество на площади 2 квадратных метра. Повреждена мебель, закопчена квартира и коридор. Стоит отметить, что в помещении был установлен автономный пожарный извещатель, но он не сработал. Там попросту отсутствовали элементы питания. К счастью, пожар случился днем и никто не пострадал. Позже стало известно, что пожар случился из-за короткого замыкания электроудлинителя, в который был включен мощный электрообогреватель. Я еще раз хочу напомнить, что ни в коем случае не стоит перегружать электросеть и использовать электроприборы. Нужно в строгом соответствии с инструкциями завода-изготовителя. Ну что ж, на сегодня это все. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Дембовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.